Сегодня в Черкесске прошло памятное мероприятие, посвященное Международному дню памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах. 35 лет назад, 26 апреля 1986 года, на 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС произошло два взрыва, которые привели к разрушению реактора и выбросу в атмосферу радиоактивного облака. По традиции, в этот день десятки людей, среди которых ликвидаторы аварии, члены правительства Карачаево-Черкесии и представители духовенства, возлагают цветы к мемориалу, установленному в честь земляков, погибших на Чернобыльской АЭС. И сегодня, несмотря на дождь, люди пришли почтить их память. Напомним, что в ликвидации последствий техногенной катастрофы приняло участие более 1200 жителей Карачаево-Черкесии. Многих из них уже нет в живых. В первую очередь он на сердце бьет, потом печень, циррозы, гипертония, ну, сами знаете. Вот. Ну, а так мы все равно, вот, 26-го, мы все, да, дождь идет, солнце светит, да, свет, мы сюда приходим, возлагаем цветы, проводим митинги. Ну, в связи с коронавирусом мы не проводим, так сказать, мы возложили венки. Я считаю, что молодежь, которая растет, подрастающая молодежь, должны знать, что были такие герои.